Всем привет! Это организация Биндера. Не совсем готовы, потому что мне еще идут некоторые карты, и они вообще близко. Было бы резонно подождать их, но я больше не могу ждать и снимаю ее сейчас. Я переехала на Биндер А4, потому что я не могу. Биндер опять меня очень бесит. Он у меня был вот такой. И он не раскрывается полностью. Меня это очень сильно бесит. То есть одной рукой его не представишь, нужно использовать дверь. Он пока свободен. Я не думаю, что будет продавать его или что-то такое. Потому что... Ну... Я опять могу передумать. Потому что это же я очень часто передумываю. Поэтому я оставила его пока себе. Я снимаю в 4К, пробую. Не знаю, смогу ли я загрузить это видео. Здесь у меня уже Christmas Evil лежит сет. Итак, у меня есть Noisy. Ordinary. Тут только Чан, конечно. Это все разные карты. Не могу их привязать как-то к другим. И Максидент. Сначала мы, конечно, положим Noisy. А у меня три карты Хинджина и вот столько Чана. Я смотрю по задникам. Значит, вот эти кладем рядом, потому что у них одинаковые задники. Вот эти вот. Ну и двусторонние. Значит, я вот думаю, как лучше... Вообще, в таком биндере, конечно, лучше всего собирать три мембера, но я не настолько богата. Я вообще не богата. То, что я начала собирать Хинджин, это уже большая глупость. Так, давайте подумаем. Вот это мой любимый образ. Поэтому давайте он будет лежать самым первым. Двусторонние положим вторыми. Надеюсь, у них примерно одинаковый фон. Поэтому положим этой стороной. И оставшиеся карты. Вот это из лимитного сета. Зачем я его продала? Короче, я когда начала продавать карты, мне уже нечего было продать, но мне так понравилось упаковывать, вот это все делать, что я продала весь сет почти, потому что мне тупо хотелось. И жалею я об этом очень сильно. Надо бы купить с какого-нибудь корейского адреса, наверное, я не знаю, мне лень искать. Так как тут осталось всего 3 места, я положила фрейм вот так. Я не знаю, покупать фрейм Хёнджина или нет. Вот эти две карты можно бы купить, кроме Шанеля. Блин, Шанель очень дорогой. Я не знаю, почему. А дальше давайте положим Ordinary. По поводу Ordinary. В принципе, можно купить вот эти три карты Хинджина и вот эту. Почему нет? Но, конечно, стоят они сейчас 700-800 рублей. Я просто переживаю. Ни на какого фига альбомки такие дорогие. У меня еще 2 юнитки. Мне бы еще какую-нибудь синюю Чана с кем-нибудь или Хёнджина с кем-нибудь можно. В принципе, у меня будут Минсоны, но я не думаю, что я их себе оставлю, потому что они были импульсивной покупкой. Они мне, ну, как бы не очень сильно нужны. Давайте вот этих положим вверх. Это, значит, из лимитки. Это из красной версии. И синий. В
Дальше положим. Это предзаказ Катсинары. У меня была с Хинжином, я поменяла ее на Банчана. Не то чтобы предзаказ Катсинары очень красивые, конечно, но пусть будет. Юнитки мы положим сюда. И вот эту фишку положу вот сюда. Я не очень люблю, когда здесь пустое пространство, и сюда что-нибудь лучше положить. Например, вот здесь у меня лежит Брэндон Люцифер. Это Брайан Декард. Сережа Лазарев, это Джейк, по-моему. Я уже давно не играла в Куб Романтики. Там Холм, Арсений Попов. Это я не знаю, что такое. Давайте еще кое-что покажу на фото фильма. Билетики с ID. ID Хёнджина без билета. Открытки из InLife. Письма. И вот эти штуки из кейса. И вот здесь Джисон из лимитки Максидент. И я думаю поменять Джисона на Хёнджина или Банчана. Или вообще просто продать. Я не знаю. Эти штуки. Их прикольно клеить на стену. Так, дальше давайте положим Максидент. Итак, у меня есть три предзаказки. Это от Apple Music, по-моему, это от Soundwave или что-то такое, и от... Я не помню. Блин, Визму это другие, там были ES24, Джуб, еще кто-то. А, это Aladdin. Забыла. Предзаказка из кейса, полароиды из... Писем, и здесь надо поменять протектор, потому что он ужасный. Кстати, по поводу этих протекторов, я до сих пор использую те, которые мне пришли вместе с альбомом, а которые я заказывала отдельно, они до сих пор в Китае лежат. И, то есть, спор я смогу открыть только в феврале. Сейчас, сегодня 18 января, а заказывала я их где-то в ноябре. Ну, как бы уже не думаю, что я их получу. Значит, вот эти и вот эти. Так. Они все не поместятся на одну страницу, их нужно разместить на две. Я думаю, как правильно это сделать. Давайте начнем с лимитных. Я обычно ложу сюда Чану, сюда Хёнджина, но вот эти лежат вот так, поэтому здесь я начинаю с Хёнджина. Не в тему. Мне очень нравится песня Two Babies от NCT 127, но ее нет на Apple Music в России. Как и всех почти, ну, почти всех новых релизов от SM. Но вчера мне пришло уведомление, слушайте новый альбом God The Beat. То есть там, по-моему, девушки из Espa и Red Velvet. И они доступны, эти песни доступны. Я их даже послушала. Но почему все остальные песни от SM недоступны? Вот это меня расстраивает. Вот они, если положить их рядом, несовместимы немножко. Но вот так вот совместим, поэтому я их положу вот так. Здесь какой-то поцарапанный протектор, поэтому я его переверну. Если протекторы, ну, нормальные, как бы, я их не меняю на свои. Зачем это использование пластика? Вот, по-моему, нормально. То есть я меняю протекторы, если они совсем помятые или в каком-нибудь клею. Так. Сейчас подумаем еще. Давайте предзы положим вот так вот. Вообще не вижу смысла в предзаказках, очень дорогие. Но весь красивый. Стал. Вот кто знал, что надо брать от Джупа, а? Вот никто не доверял Джупу. Блин, если бы я знала. Вообще, по идее, их можно положить сюда, конечно. Какая-то предзаказка, положу ее сюда.
Возможно, если я докуплю из кейса Рибонку и обе карты из кейса Кикиджин, то их сюда можно сунуть и будет нормально. Но я пока думаю. Итак, это у меня IMU, это Mirror, это In Life. Мне нужна третья, я никак не могу купить. Это Преза от хрен знает кого. Из Скарса это Levanter. Christmas. Я не хочу третью, она мне не нравится. Вот Хюнджин я пока думаю. Вообще я хочу вот все карты докупить Хюнджина, которые у меня есть Банчана, чтобы было вот так, чтобы они были попарно. Но вы же знаете, как этот Хюнджин, я пока не могу себе это позволить. Вот это карты из Play Go Life in Life. Короче, у меня было две такие от Хюнджина, они мне не нравятся, я продала. Нацифик, у меня должен быть второй такой Хюнджин. Он, кстати, идет, он уже в соседнем городе со мной. Вот эти я у Хюнджина куплю, но их вообще нигде нет. Это Викторин. У меня есть еще такая предзаказка, полароид из тура к маньяку, но он уже с 27 декабря лежит в заявке на доставку, не знаю, когда отправят. Вот два таких нацифика. И вот эти вот челы. Давайте сюда я положу всех чанов, которых нет пары. Ну. Когда-нибудь я куплю эту третью карту. И положу ее вот сюда. Так. Есть еще Чан Йеллоувуд и Хюнджин Йеллоувуд. Они, конечно, немножко разные, то есть Хюнджин селфи у Чана, как это называется? Ну, фотка, когда его фоткали, не селфи. Они должны быть рядом, и Хюнджин на цифик будет с тем, и Чан IMU, наверное, где-то будет рядом с этим. Давайте здесь будет Крисмас. Здесь Левантер, здесь Бирах. Два чана IMU куда-то надо засунуть, я пока не знаю. Так. Давайте положим вот эти вот так вот. Так, давайте вот этих положим рядом. Вот здесь будет Хюнджин Нацифик. Здесь, наверное, пустая страничка. Так. Здесь будут разные покроиды. Страницу. Я вот не знаю, у меня как бы вот эти остаются. Вот это еще на корейском адресе, поэтому вот эти идут, а вот эти уже в России. Я не очень люблю про свободные места, но они тут вчетвером, мы бы на отдельную страницу, наверное. Да, давайте заведем отдельную страницу.
Вообще по плану купить Мира Хенджина тоже. Ну, те, которые мне нравятся. Вообще мне нравится только одна. Можно найти вторую тоже. И они будут, наверное, вот здесь тоже. Давайте покажу вам. Упакую вот так вот. Сборная солянка. Сзади вот эта наклейка. Это скан из какого-то журнала. Мне нужны были наклейки вокруг, но я распечатала полный лист и не знала, куда деть эту наклейку, и наконец-то пристроила ее. Тут разные наклейки, которые мне дарят. Вот эти все наклейки, мне их засунули в подарок. Это из Noisy, это из Ordinary, и вот эти я печатала, это стикеры из Telegram. Здесь фотка из Envive. А в конце, по-моему, с Christmas Eve. И здесь я фоткаю карты на продажу. Тут ник в Телеграме и ВКонтакте. Всем спасибо за просмотр. Пока.